Значит, у нас в России антиамериканские настроения очень сильные. И в этом смысле Трамп, он явился таким катализатором вот этих антиамериканских настроений. То есть, если ты против Америки, то голосуй за Трампа. Почему? Потому что Трамп против американской системы. Вот он против американского истеблишмента. Вот он такой правдоруб. Вот он говорит правду. Вот он сейчас придет, и все будет по-другому. И Америка не будет такой, так сказать, сильной и такой агрессивной. Вот это первое, почему российские граждане так полюбили Трампа. Второй момент, который очень важен, это у нас прошли 2 месяца назад чуть меньше выборов в Государственную Думу. Выборы были в сравнении с американским скучными. Американские выборы – это шоу. И мы здесь, в России, вот этого шоу не дождались. И американские выборы для нас были вот таким вот, такой компенсацией за те эмоции, которые мы недополучили на выборах в Госдуму в России. Вот почему у нас так выборы в Америке люди смотрели с интересом, следили за всеми этими скандалами, перипетиями и так далее. Вот что, мне кажется, важно сказать про американские выборы. Есть очень много вещей для специалистов, которые следует проанализировать, задуматься о том, почему такие результаты, чем они обусловлены, как нам работать с этими данными, чему можно поучиться, что работает, что не работает. Но это отдельный разговор для специалистов. Смотрите, у Трампа главный слоган был «Сделать Америку снова великой». Значит, Россия во всей этой американской повестке занимает 1%, наверное, там, или 0,5% всех тем. Вот если мы сидим здесь, в Москве, в Екатеринбурге, во Владивостоке, и слушаем, что там они, американцы, скажут про Россию. А они из 100 своих слов, одно слово, может быть, и говорят про Россию. То есть место России во всей американской повестке очень-очень-очень маленькое. Для нас, конечно, каждое слово превращается в целый роман. Но это не такая большая проблема, так сказать, для Америки. Конечно, Трамп настроен более конструктивно, он бизнесмен. Он привык с людьми договариваться, его интересует результат, эффективность, прибыль. И в данном случае он, конечно, демонстрирует более конструктивную позицию. Что из этого будем, посмотрим, потому что пока непонятно, какие действия он будет совершать. Кто будет заниматься внешней политикой Америки, кто какие посты займет новая администрация. Этого всего нужно дождаться, и после этого можно будет каких-то решений и так далее.